Всем привет! Сегодня у нас на обзоре новинка от AQUAEL. Это обогреватель с терморегулятором серии Platinum. Это довольно-таки новые обогреватели, которые выпускает польская фирма. Эти обогреватели бывают до 300 Вт мощностью. В среднем, если 100 ваттный обогреватель, это на 100 литров, можно ставить на 150, максимальный объем 200 ватт, это 200 литров, 250, но мы на 300 ставим, и 300 ваттный производитель рекомендует до 300 литров. Если вы его поставите на 400, 500 литров, то он просто будет дольше работать. Обогреватель AQUAEL выглядит вот так. Здесь кнопочка, на которую мы нажимаем, можно отрегулировать температуру. Обогреватель AQUAEL Platinum. Сегодня у нас на обзоре 300-ваттный. С электронным термостатом и керамическим нагревательным элементом. В нем встроен электронный термометр. Температурный диапазон от 20 до 33 градусов. Благодаря всем доработкам обогреватель AQUAEL Platinum обладает высокой точностью, ну и при этом, естественно, и надежностью в работе. Погрешность плюс-минус где-то 0,4 градуса. В длину он 36 сантиметров. В комплекте идут такая специальная штучка, которая снизу предотвращает, если обогреватель у вас упадет в воду. Потом, как обычно, крепеж для присосок, который качественно хорошо держит его в этом в аквариуме. Ну и, как всегда, акваэлевские присоски, ну, одни из лучших, которые через годы эксплуатации не дубеют и хорошо держат прибор в аквариуме. В чем плюс AQUAEL? В том, что нужны будут присоски, всегда у нас в продаже есть. Выглядит он вот так вот интересно, когда мы его включаем. Ну, тут можно выставлять температуру, больше-меньше, то есть как вам надо. Долго не будем его без воды использовать. Принцип работы любого обогревателя: опустили его полностью в воду, приклеили к стеночке. Ну, в данном случае мы аквариум маленький, но чтобы просто в обзоре. Приклеили стеночки. Самое главное, чтобы керамический обогревающий элемент был в воде. Обогреватель AQUAEL можно использовать также и погруженным в воду. Он этого не боится. Принцип работы. Включили в розетку. Он воду нагрел, отключился. Постоянно в рабочем режиме. Он, если будет даже в помещении теплее, он просто не включится. Если вы обогреватель более мощный будете ставить на маленький аквариум, ничего не произойдет, он просто быстрее отработает и выключится. Внутри есть инструкция подробная на русском языке. Фирма AQUAEL делает гарантийный товар. На эти обогреватели распространяется гарантия, которая действительно поддерживает. Но отказов по ним, я надеюсь, нету и не будет. Недостатков в данной ценовой категории, они не так дорого стоят, я потому недостатком могу всегда называть только цену. Здесь цена адекватная, конечно же, дороже, чем на китайские обогреватели, но извините, мы получаем современный со всеми доработками продукт. Максимально весь он электронный, ну, интересный, стильный, потому AQUAEL-ское качество, ну, вы сами за него знаете, это годами проверено, у людей работают, ну, вечными не назовешь, конечно, но у людей годами работают, и отказа по нему нету. Довольно-таки длинный провод для того, чтобы дотянуться до розетки, потому плюсы налицо. Спасибо за внимание, если будет что-то интересовать по приобретению данного товара, переходите по ссылочке ниже на наш сайт. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если понравилось. Спасибо, до свидания.